Сданный дом, друзья. Тут капитальный ремонт нужен всему сразу. Вот так выглядит пожарная сигнализация. Красота. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, застройщик. Почему не подписано? Горячая вода, холодная вода. Они нарушили целостность. Надо было красить ровно. Просвечивается насквозь, бляха-муха. 15 не было, влепили 10. И так пойдет. Что-то мы забыли сделать. Ведра даже не красили. Вот мы вам кусочек поддона положим, пойдет. Но что-то как-то, честно, не впечатляет. А канализационная здесь труба в прихожей, это шикарно. Друзья, здесь капает вода. Все в говнище, в пылище. Решили, видно, сэкономить. Чего здесь только нет. Просто дрень. Гори все синим пламенем. Красными колпачками вы уже сами все знаете. Вот на это я смотрю, у меня нет ощущения с данного дома. Это вот эти убогие двери. Это бизнес-класс, друзья. Это просто, блин, какой ЛСР. И мы видим с вами, что уже отваливается плитка. Друзья, добрый день, я Андрей Артемов. Жилой комплекс «Белый остров» расположен на пересечении Белостровской улицы и Студенческой в Выборгском районе Санкт-Петербурга. С одной стороны промка, с другой старая застройка и новостройка бизнес-класса от ЦДС «Черная речка». Метро «Лесная» в шаговой доступности, остановки общественного транспорта и Петроградская сторона за Каменноостровским мостом. Место расположения у жилого комплекса хорошее. Дом средней этажности от 11 до 12 этажей с детским садиком на 75 мест. Дом построен и сдан специализированным застройщиком «Гринхаус», который входит в группу компаний «Базис СПБ» казахского застройщика. У специализированного застройщика «Гринхаус» уставной капитал в 10 тысяч рублей. Не густо, я вам скажу. Да и согласно данных от налоговой инспекции, с 2020 по 2023 год у застройщика 0 сотрудников в штате. Знаете, для меня такое, конечно, странно видеть, когда в том же отчете от налоговой инспекции у застройщика за 2022 год оборот более 41 миллиона. Кто продавал, кто делал эти деньги, непонятно. Первый проект на декларации застройщика класса энергоэффективности здания БЛД, который не то что строить, даже проектировать нельзя по нашим законам, а сдали с категории энергоэффективности Б. Вот мне очень интересно, что же такого сделал застройщик за эти 1,5-2 года, что так сильно повысил класс энергоэффективности своего здания? Качество. А здесь мы с вами видим приямок и видим, как оставили застройщик незакрытый утеплитель. Ну, видно, все так должно быть в бизнес-классе по проекту. В комплексе 535 квартир и 381 машинное место в подземном паркинге. К примеру, в жилом комплексе бизнес-класса ЦДС «Черная речка» парковочное место в паркинге стоит 1 миллиона 740 тысяч рублей. Квартиры в комплексе представлены от студий до четырехкомнатных квартир. Студии и однокомнатные квартиры займут 31% от общего числа квартир. Двухкомнатные квартиры 50%, трехкомнатные квартиры 17% и четырехкомнатных квартир будет 8 штук. На момент съемки этого видео однокомнатную квартиру можно приобрести от 11 миллионов 665 тысяч рублей. Квартиры застройщик передает черновой отделке, а высота потолка составляет 2 метра 85 сантиметров. У «Черной речки» 2,75, к примеру. Но на последних этажах высота потолка выше. Рядом с комплексом есть сады и школы. Но, к сожалению, с местами не так там все хорошо, как хотелось бы. Об этом я подробно рассказал, когда снимал еще свое видео про жилой комплекс «Черная речка». Ссылку на обзор оставил в описании к этому видео. Пройдите и посмотрите. Проект озеленения у жилого комплекса «Белый остров» разработан
компании «Дерево Парк». Будет, конечно, очень сейчас интересно посмотреть, что же сделал застройщик. Соответствуют ли его рендеры тому, что есть на самом деле. А разрешение на ввод в эксплуатацию застройщик получил 3 мая 2023 года. Идемте и посмотрим, как застройщик сдал второй свой дом. Вот она, друзья, Белостровская улица, видим ЦДС, Черная речка. Ну, вы сами знаете, что эти за здания, Студенческая улица. И вот он, друзья, центральный вход. Ну, первое, конечно, что я вспоминаю рендеры застройщика, что-то вот одно старое дерево, где все остальные, ни здесь я ничего не вижу. Посередине сделали что-то такое наподобие какой-то площадки с озеленением. Какие-то маленькие кустики, маленькие там елочки, тут деревья чуть повыше. Но что-то как-то, вспоминая те же рендеры от застройщика, вид немножечко был, конечно же, другой. Чтобы подняться, нужно преодолеть ряд ступеней. Вот мне интересно, как реализовано здесь или реализовано ли вообще для мам с колясками. Да, лифта мы здесь не видим, но надеюсь, мы разберемся и посмотрим. Ну, здесь сразу видно, как они подрезали круто плитку, то есть расстояние разное. Могли бы, конечно, сделать это все намного ровней. Да, конечно, когда у тебя нет детей, то тебе нет ничего сложного, чтобы подняться по лестничному маршу. Акт приема передачи, внимание на объекте осуществляется внутриобъектовый и пропускной режим. Ведется видеонаблюдение. Здравствуйте. А только подходишь, загорается табло, это экономит электричество. Здесь виден комплекс, рендер застройщика очень красиво, видеонаблюдение, динамик. И это, друзья, Bus IP. У Bus IP есть свое приложение для телефонов Android и айфонов, и через него можно по видеокамере все смотреть и, соответственно, открывать вход для, например, ваших гостей, либо если приехала какая-нибудь доставка, либо курьерская служба. Сам фасад, плитка. Странно, вообще обычно эту плитку зачеканивают раствором, но здесь они вообще ничем не зачеканили. Подрезано не везде так хорошо, как хотелось бы, но зато хотя бы здесь, видите, они ровненько сделали, а не как это обычно происходит. Это интересно, по проекту это так должно быть, либо все-таки они сэкономили. Но то, что на помывке, конечно, сэкономили всех стеклянных конструкций, это однозначно. Первые этажи у нас занимают коммерческие помещения. Это у нас труба. А, эта труба у нас с верхнего этажа, у кого терраса, стекается сюда. Bus IP. Так. Вот это у нас выход. Почему не указан, какой номер подъезда? Вот мне, честно говоря, непонятно, где, чего, какая нумерация квартир. Это все коммерческие помещения, коммерция, здесь, кстати, вся продана у застройщика, ничего не осталось. Но почему не указывать номер площадки, номер подъезда и нумерацию квартир, мне, честно говоря, непонятно. Вот видите, аналогичная картина. Тут панель установлена по вертикали, вот по горизонтали практически ровно, не считая вот таких моментов. Но вот если обратить внимание на подрезку, то она оставляет желать лучшего. Сколы происходят, когда применяют тупой материал. То есть здесь, конечно, экономили. Ну и стыки могли бы сделать ровно. Это все-таки бизнес-класс. Очень жаль, что так все происходит. А здесь на двери, видите, чтобы выходил конденсант, здесь такие должны быть грибки. Грибки отсутствуют. Ну, хоть дверь закрыта. Значит, вот здесь, с высоты вот этого лестничного марша, обратите внимание, как все кривые косы. Конечно, не так, как у ЦДС, здесь чуть лучше, но все равно. Куча строительного мусора, хабарики. Здорово, бизнес-класс. А здесь мы с вами видим приямок и видим, как оставили застройщик незакрытый утеплитель. Ну, видно, все так должно быть в бизнес-классе по проекту. Вот здесь, обратите внимание, видите, алюминиевая такая вставка.
Здесь должен был бы крепиться вот такой отлив, но здесь его просто нет. Главное сдать дом. Все остальное, друзья, не важно. А вот здесь, если обратить внимание, мы видим с вами, что уже отваливается плитка. Вот здесь, обратите внимание, видите, это просто не черная, это щель, это кривущая. То есть они не смогли это сделать. Здесь мы видим аналогично. Вот видим, плитка отваливается, вот отваливается. И здесь аналогичная ситуация. Поэтому под этими конструкциями лучше очень аккуратно ходить, чтобы плитка не упала на вашу голову. Ну и подрезка, конечно же, углов оставляет желать лучшего. Нарисовать можно ровно и красиво, а сделать ровно и красиво, к сожалению, не получилось. Нормально, да, смотрите, какая красота. Вот они все. Их зачеканивают, потому что сама чеканка будет еще его дополнительно удерживать все эти плитки. А здесь почему-то этого нет. Но тут тоже, видите, как сделана подрезка. Там пенопласт, утеплитель, пеноплекс виден. Тут кривоватенько достаточно. Но вот это что такое? Фасады не помыты, не отмыты. Блин, ну как так? Бизнес-класс. Бизнес-класс. Вон, видите, пятый подъезд, наверное. Напомню, это студенческая улица, она достаточно тихенькая, а вот там машин постоянно целая-целая куча. Вот так у нас выглядит заезд на Стеллабат. Так, сейчас туда еще пройдем. Ворота должны открываться автоматически, видны электрические моторы, тут какая-то грязища. Такое ощущение, знаете, что его еще не сдали, не достроили, либо уже идет обрушение конструкции. Видите, камни, булыжники, все нападало. Ну и фасадик здесь, друзья, не такой красивый и ровный, как, честно говоря, хотелось бы. Вот что это такое, вот это? Почему такое расстояние разное? Вот это что за щели такие? Как это вообще возможно? Это в проекте тогда сделано? Вот это что за подрезка? Вот это что такое? Вот это что? Вот за это, знаете, не дай бог... Зацепишься, мало не покажется. А издалека, конечно, на рендерах смотрится красиво. А тоже плитка, видите, побита. А ничего, вы потом собственники все заплатят. Да, сдали. Впереди мы видим с вами работы в детском саду. Заезд в подземный паркинг. Это для МЧС. Не дай бог пожар, чтобы они могли подключить свое оборудование. Вот. Тут плитки не хватает. Тут что-то такое. Видите, как сеточка ершом пошла. Тут. Какой красивый коридорчик. Понятно, да, что это такое? Помещение 76, 22 Ф, там, Г или 8. Круто, да? Это бизнес-класс, друзья. Это просто, блин, какой ЛСР. Паркинг. Здесь мы видим большое еще количество какого-то оборудования для строительства. Вот там шпаклевки, ведра. Вот так выглядит паркинг. Здесь грязище. Он достаточно низкий. На этом этаже не видно протечек, есть места с подписью, где написано, где, чего, что. Здорово, что система пожаротушения сверху, то есть ты когда заезжаешь, не как вот я снимаю у некоторых, система пожаротушения, вот они датчики, и она находится достаточно низко. Стоят трубы вот здесь, на границе парковочных мест, и это, я считаю, конечно, достаточно неправильное решение, вернее, неправильное, некомфортное, когда ты будешь парковаться. Да, здесь мы тоже с вами видим мусор. А вот тоже ПК, ПК. Где тут выход? Вот здесь выходить. Вот тут только выход написан. Тут вообще ничего нет. Здесь мы видим, вода текла. Строительные леса, лестницы. Какие-то помещения. Вон тут слаботочка. Видите, что делает? А вот эти, видите, красные колпачки, это защитные колпачки пожарной сигнализации. Как видим, их никто не демонтировал. Вот что-то здесь висит, не сделано. Сразу у меня вопрос, как вообще это все принимали. Здесь МЧС вообще был или нет? Буры мы тут видим, или это винтовые сваи видим. Тут какое-то оборудование. Ну, блин, вообще что-то.
В проекте тоже, да, вот они должны быть радиаторы отопления в заводской упаковке. Целая куча уголков. Входная группа. Планкер, смотрите. Ну, смотрится прикольно, но здесь еще ничего не доделано. Это, друзья, сданный дом. Они сдали все, весь дом за один день. Лифтовой холл. Видим, что еще идут работы. Есть подсветка, стены, но все в грязище. Лифты у нас отключены, большое зеркало. В принципе, холл большой, смотрится красиво. Из минусов для меня это вот эти убогие двери. Ну, пойдемте попробуем найти, где тут вообще выход. Или вход. Слушайте, ну тут какие-то катакомбы, друзья. Вот здесь у меня нет ощущения, вот на это я смотрю, вот у меня нет ощущения с данного дома. Это что за позор такой? Первое, либо здесь была влага, либо просто такая качественная штукатурка от застройщика со шпаклевкой, что она просто решила отвалиться. Отвались, штукатурочка. Все открыто, везде можно пройти. Это слаботочка, скорее всего, пожарная сигнализация. Молодец застройщик, базис СПБ, красавцы. Тут не доштукатурили, тут дырень. Должно быть, скорее всего, технологическое окно, а и так нормально. Здесь, так, камера, повернись. Здесь мы с вами видим, видите, как утеплитель немножечко подоткнули, и так пойдет. Здесь аналогично. Вот видите, провода ни к чему не подключены. Здесь какой-то должен быть датчик пожарный. Здесь то же самое. Все, больше ничего нет. Ну вот как так, друзья, скажите? Вот смотрите, здесь они постановили маяки для того, чтобы штукатурить стены. Это сданный дом. Как, бляха-муха, можно сдать вот так? Вон тут вообще дырень вниз, и никаких коммуникаций, ни вообще непонятно, должны они быть тут или нет. Ну, с красными колпачками уже сами все знаете. Еще одно помещение. Блин, слушайте, здесь столько места. Я даже не знаю, что они здесь хотели сделать. Почему вот столько места, оно пустует? Почему его не доделали? Вон, проход в преисподнюю. Либо коробка двери, а скорее всего дверь, коробка ровная. Вот видите, вот он идет вот так. Бетон они вылили, красавцы, да? Здесь сантиметра два, а здесь уже все семь. Шикарно. Все согласно российским нормативам. В Казахстане вы тоже так строите, ребята? Вот смотрите. Тут вообще такое ощущение, что, видите, там просто дрень такая туда идет, и коммуникации все пошли. Дверь не нужна здесь. Зачем? Так, возвращаемся мы в паркинг, чтобы подняться наверх. Пилоны, кстати, интересно, красивенько так сделали из бетона. Бетон, кстати, нормальный. Вот смотрите, вот мы с вами здесь находимся. Где выход-то? А, вот, вот туда пойдем. Вон, тополиный пух сюда уже залетел. Паркинг, конечно, большой. Если кто-то знает, сколько стоит парковочное место, друзья, напишите в комментарии. Тарарам. А есть рукава или нет, как считаете? Есть, ну ничего себе. А теперь смотрим. Вот здесь зуммер и здесь. Они, друзья, не работают. А, нет, подождите, вот он вот здесь должен быть, да? В общем, где-то он должен быть. Но я здесь ничего не вижу. И это неудивительно. Гори все синим пламенем. Шикарный проект. Шикарная реклама. Господи, страшно выходить. Ну вот смотрите, как выглядит дворовое пространство. Обратите внимание, здесь, знаешь, вот такие досочки алюминиевые набили. А, нормально все вот так. Так пойдет сюда. Никто не заходит, вообще никто. Здесь, видите, тоже вентиляция с подвала. И тоже нифига не дано. Так, надо нам спуститься, друзья, на самый-самый низ. Тут с утеплителем, смотрите, такая же фигня. Все по проекту. Здесь вообще просто дырень. Просто дырень. Все равно влага будет течь. Причем она прям вот отсюда будет литься. И прям вот туда.
через какое-то время у вас будут протечки, плесень и все остальное. Но вот здесь внутри, блин, в общем, поверьте, там большое количество, там пенопласт, какой-то пластик и куча-куча мусора у застройщика. Ну, вот видите, как что-то делали, не доделали. Так выглядит лестничный марш в сданном бизнес-классе. Ну, вот если бы мне сюда закрытыми глазами привезли, я не знал, что это Белый остров, я бы сказал, что, пожалуй, я в проекте какого-нибудь ЛСР или ЦДС. Тут мы видим с вами и вентиляция, и пожарные шкафы, и моторы. Чего здесь только нет. Плафоны. Они, кстати, сертификат получили, как вот там красиво гордились одни, видите. И те китайцы делают, у китайцев закупили светильники. Значит, здесь у нас погружной насос. Для того, чтобы он работал и высасывал из самого низкого места воду, он должен быть запитан электричеством, и, видите, это вот так реализовано. Да, классный проект, друзья. Всегда надо так проектировать, чтобы можно было его подключить в розетку. То есть вот там сразу заранее проложить для него трассу было, конечно же, не судьба. И вот тоже я спустился, я не понимаю, это минус первый, минус второй этаж. Но вот здесь понятно, да, что были протечки, вот они. Они что-то здесь устраняли. Но вот я не знаю, как до конца устранили или нет. Значит, еще раз расскажу, когда выливают, соответственно, бетон, для него есть опалубка, то есть вот такие большие щиты. Щиты между собой крепятся, специальный крепеж, и вот здесь получаются вот такие технологические отверстия, которые нужно зачеканить. Вот оно, отлично видно. И вот отсюда, конечно, будет идти вода, влага, если они плохо зачеканят. Да, вид, конечно, сами смотрите, да? Но это просто ужас. Базис СПБ вы, считаю, до бизнес-класса здесь точно не дотянули. Да и комфортом это тяжело назвать. Вон, видите, куски опалубки оставили. Это согласно проекту хабарики, мусор. Слушайте, так должно быть. Молодцы, классно сделали. Красавчики. Пакетики с едой. Банка с желтой жидкостью. Вообще супер. Знаете, часто хожу по новостройкам, и как только ты спускаешься на лифте, здесь эти два лифта, пассажирский и грузопассажирский вниз, и идет ваш паркинг для того, чтобы вы не мучились и могли нормально привезти к себе домой крупногабаритный товар. Вы только посмотрите, обычно выглядит это все очень-очень просто и уныло. Блин, вот нет слов. Банава умеет делать, строить красиво и хорошо. Сегодня у нас, друзья, 4 число. Совсем недавно прошел очень сильный дождь, и многие комплексы затопило. Вот давайте посмотрим, что здесь, есть ли здесь вода. Сухо. Кладовое помещение. Свет включается по датчику на движение. Вот смотрите, как все сделано. Все понятно, где что находится. Везде сухо. Нигде не видно даже следов от влаги. Кладовки. Хорошие двери, кирпичная стена. Здесь даже до сих пор чувствуется запах краски. Нормальные хорошие двери. Кстати, обращу внимание, что внизу, снизу есть вентиляционное окно, есть электричество. Слушайте, очень все сделано, очень достойно, очень достойно. Здесь аналогичная ситуация. Где трава, где деревья? Вот это что такое? Да, очень специфически. Пока не попал вниз, все было намного лучше. Но вот здесь мы видим шикарную подрезку. На лестничном марше мы видим, как хорошо вылили бетон, нигде нет раковин, плотность везде одинаковая, опалубку везде они убрали, вот здесь тоже ее нет, это все кажется. Гвозди какие-то, наплывы, это все правильно, так и должно быть. А здесь временное подключение электричества, чтобы как раз дети могли побегать, полазать, зайти вот в это здание, к которому подходить-то страшно. Непонятно, там развалится оно сегодня или упадет чуть позже. Вот видим, привезли деревья. Обратите внимание, их никто не поливает. Вы чего их не поливаете? Они же здесь помрут. Что вообще за херь такая? Еще какое-то помещение. Ничего нигде не написано, все открыто. А, это паркинг, мы выходим, отлично.
Ну, лестничный марш начинается не с ступеней. Здесь, соответственно, должна быть, наверное, была какая-то сетка или еще что-то по задумке архитектора и застройщика. Но решили, видно, сэкономить. Потому что, как правило, после сдачи дома они еще полгода его достраивают. Здесь они достроили за месяц. Но как достроили, мы, друзья, с вами видим. Так. О, тут открыто, шикарно. Дворовая территория. Тут все что-то ленточкой городили. Плитка. В целом, если бы было бы все сделано, то смотрелось бы красиво. Спортивная площадка. Отсюда такой интересный вид как раз вот на эту пробку, где линия электропередач. ТЭЦ. Две трубы впереди мы видим. А вот это там территория детского садика. Направо пошла. Ну, вот это здание, конечно, пока смотрится вот так. Издалека смотришь, вроде ничего, не считая того, что плиты разного цвета. Вот здесь одной длины не хватило, они сэкономили, поставили кусочек. Смотрите, как труба сверху классно смотрится, видите? Такое ощущение, что здесь в нее там сейчас что-то это начнет сыпаться. Ну и давайте дальше смотреть. Рохля, травы нет. Тут что-то сделали более-менее. Но, блин, общее впечатление, конечно, не впечатление, друзья. Вот это кучки, ты извиняюсь, кто-то выстрел, что ли? Вы когда сдавали, как вообще, где вот Госстройнадзор, когда вообще принимал этот дом, вы куда вообще смотрели? Что вы вообще принимаете? Как это вообще происходит, что вот все в таком состоянии? Почему я прихожу после приемки? Сегодня у нас, друзья, понедельник, 26 число июня. Вот тут, блин, сетка, утеплитель торчит. Блин, ну все так накосячено, этот трындец. Это же бизнес-класс, он уже все ржавчине. Какие-то веревочки намотаны. Тут, видите, что-то у них не получилось, что-то они тут подделывали. Здесь у них, он, видите, все разбивали. Он там, а зачем штукатурить? Давай пеной зальем. О, нормально, все, отлично. Входная группа, все в говнище, в пылище. Первый нас встречает тамбур. Здесь интересная такая плиточка, отделка вообще просто стенка какая-то убогая, малярный скотч. Блин, ну вот это просто, это бизнес-класс, господи, здесь, не знаю, 10 квадратных метров, как на кухне. Смотрите, друзья, что это вообще такое? Вот здесь то ли светильник, датчики, вот это что такое? Почему это все вот так валяется? Это нормально, вы считаете? Ну, лифт не работает, второй тоже, дверь. Как в обычном эконом-классе. Зато здесь красиво сделано, не спорю, очень красиво. Темно-синий цвет, планкер, все в один тон. Вот обшито красиво. А остальная отделка, что с ней, не смогли? Вот здесь, видите, тоже здорово, что сделали, хотя бы это закрыли. Но надо было, не знаю, вот сам стык смотрится не очень. А так задумка хорошая, интересная. Так, это у нас шкаф, здесь у нас отопление, счетчики не из дешевых. Ну, тут ощущение, да, такое есть, что все текло, просто лилось. И сверху, и снизу, вон, видите, такое ощущение, что, возможно, и до сих пор все мокрое. Теплошумоизоляция. Ну, тут все стандартно, но как-то очень все грязненько, очень грязненько. Вот здесь вообще должны быть клапана, которые сбрасывают воздух. Но тут просто обычный клапан Маевского сэкономили. Оп, друзья, здесь вода. Друзья, здесь капает вода. Только что мне прям на руку попало. Да, это вода, друзья. Офигеть. Вот, вот видите воду? Это все вот вода льется со второго на первый этаж. Круто, да? Небольшое количество квартир. А сверху коммуникации идут под вот таким потолком. В принципе, даже все ничего бы смотрелось, если бы было все сдано. Тут белая обшивка. Раз замок, два замок. А, это заглушка ночная. Три. Слушайте, нормально, хорошие двери. Тук-тук, есть то дома. Тут, похоже, жили. Вон, видите, микроволновочка у них. А при входе у нас автомат. Автоматы утоплены. Все подписано. Сразу же у нас идет канализационная здесь труба. Прихожие, это шикарно. Тут куча проводов.
Вот так застройщик сдает квартиры. Это похоже что-то на кладовку, потому что здесь вообще ничего нет, кроме вот там дырки. Блин, надо было свой фонарь взять. Дырки в стене. А здесь у нас канализационную трубу я вижу. И других труб я здесь не вижу, и отверстий. То есть как застройщик планировал, чтобы сюда проводить воду, непонятно. Вот это тоже, что это такое? Вот смотрите, здесь делали в гофре, здесь вообще он все упало, скрепление. Здесь такая технология, я сразу вспомнил жилой комплекс у московских, на Московском проспекте, где такое же витражное остекление, а внизу гипсокартон. То есть вот под этим гипсокартоном должен быть, по идее, утеплитель. Я полагаю, что это самое слабое место будет в доме. И у жильцов у всех большой вопрос к этим окнам. Почему к этим окнам? Потому что вместо, вы знаете, было бы здесь остекление вот по вот этому проему, да, вот, соответственно, не было бы вопросов, здесь было бы так же. Но вот здесь гипсокартон, там должен быть утеплитель, надеюсь, что он там есть. А стенка-то совсем тонюсенькая, вот она, друзья, все. Здесь плиты вентфасада, вот эта плита, и все, и здесь больше ничего. По-нормальному, конечно, нужно ждать холодного времени года для того, чтобы сделать тепловизионное обследование. Мы с вами находимся на лоджии. На первый взгляд все нормально, алюминиевый профиль, все в порядке. Но обратите внимание, что вот есть такое пространство с одного этажа, с последнего на предпоследний. Плюс обратите внимание, как сделано качественное примыкание. То есть они не смогли это ровно все прорезать. Тут мы видим дырку на улицу. То есть вы здесь сами что-то ставьте. Что ставьте, вообще непонятно. При этом смотрите, какая она кривущая. Как так можно было? Я, честно, не понимаю. Вот здесь аналогично. Вот там упаковка от сигарет. Зато окна хорошо открываются. Да, если что, здесь надо просто из окна вниз прыгать. Так, сами стены, обратите внимание, что стены к соседям. Вот бетонный, вот бетон, а вот камень. Обычный блок. Как они его сложили качественно, как они вот этот верх зачеканили, от этого будет звукоизоляция. Я не знаю, что там за ним еще. Может быть, еще слой блока, может быть, он толстый. Но что-то как-то, честно, не впечатляет. Дверь. Комната. Здесь у нас, видите, вообще... А, это систему поставили притока воздуха, но что-то как-то не внушает мне это доверие. Фурнитура отсутствует, но зато достаточно широкая получается лоджия. И сюда даже можно стул и стулья поставить. Площадь здесь большая, приятная, планировка даже вроде ничего. Еще одно какое-то помещение непонятное. Здесь еще одна ванна. И вот здесь обратите внимание, вот тоже я вижу, вот стояк канализации. Фу, здесь запах мочи. Сверху вообще ничем не зачеканено, здесь это вообще непонятно что. Вентиляции нигде не видно. Комната. Здесь ребята отдыхали, пили чай. Ну и вот здесь аналогичная ситуация. Смотрите, как ровно и красиво сделал застройщик. Да. Прикольно. Ну, как вам квартира, друзья? Оцените по пятибалльной шкале черновую отделку от застройщика. А, допустим, они бы трубы пускали бы поверху. Я имею в виду холодную, горячую воду, но их же нигде нет. Тут на потолке ничего. А, вру, друзья, вот эти две трубы. Друзья, я их нашел, вот эти две трубы. Так, 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 так. Они идут сюда. Ага, вот они. Видите, как сделано? Понятно. То есть здесь мы что-то могли запитать, там вообще непонятно, что санузлом делать. И вот это, по идее, кухня. Как отсюда классно эта дырка видна. А как на кухню-то проводить? Я сам должен вот эти блоки все демонтировать, делать отверстия и сюда тащить? Ну, вообще, по мне, какая-то херня полнейшая. Вода должна быть, но воды просто нет. А в помещении, кстати, было очень душно, я даже вспотел. На улице намного прохладнее. Лестничный марш. Вон, видите, тут пытались все отмыть. Здесь сеточку забыли поставить. Это у нас зона отдыха.
Здесь можно, видите, отдохнуть. Есть резиновое покрытие для деток. Травмобезопасное. Оборудование сверху еще висит. Ну, вот здесь прикольно. Еще, конечно, когда все это подрастет, будет поинтереснее. Даже трава есть, коры накидали. Давайте в какой-нибудь повыше хочется зайти. Тут интересно, открыто или нет. Вот, ни одного обозначения. И вот смотришь на этот фасад, господи, как так? Здесь отделки нет. Вон тут, видите, тоже утеплитель. Вон, штробили, монолит. Красавчики. Что скажешь? Вот он, главный вход. Здесь у нас система вентиляции насосов. Кстати, Банава прикольно в Магнифике это все закрыло. А здесь, конечно, они закрыли металлическим ограждением. Но надо было, мне кажется, чем-то другим, чтобы это вообще в глаза не бросалось. Вот у нас здесь бассейн, похоже, да, будет. Вот смотрите, как сделан лестничный марш, друзья. Еще одну ступень просто забыли. Нормально. Вот мы вам кусочек поддона положим. Пойдет. Вниз обратите внимание, как сделано. То есть здесь такое ощущение, что должны были еще чем-то залить, подсыпать. Ну, либо дозакрепить. Потому что, видите, вот здесь не до конца это все сделано. А вот здесь, если обратить внимание на штукатурку, тоже видно, как это все сделано недобросовестно, некрасиво. Эстетика должна быть, друзья. Это же бизнес-класс. Бизнес. А не эконом-эконом. Вы же это за деньги строите. Смотрите, какая красота. И вот так, сюда будет уходить вода. Хорошо. И вот что это вообще это за помещение? Для чего это вообще вот здесь? Вообще непонятно. Что вот тут такое должно быть? Здесь выхода больше, друзья, нет. Кто знает, напишите в комментарии вообще, для чего это сделано застройщик. Вообще непонятно, что оно тут будет пропадать. Он тут тоже, видите, здесь еще более-менее стык. А здесь, вон, видите, плиточка вниз ушла. А здесь, смотрите, как ровно и красиво смог сделать застройщик. Да, при детальном приближении очень напоминает ЦДС. А, слушайте, так, наверное, точно там на ЦДС-то достроил свои дома, и сотрудники сюда пришли. Сделали второй ЦДС «Черная речка», назвали «Белый остров». Ну, видите, гидроизоляция, он такая уже практически падает. Куча грязи. Да, надо выдать ключи, чтобы не платить коммуналку. И еще будем год достраивать этот чудный объект. Вот не знаю, вообще не стыдно застройщику за озеленение, за качество фасадов, остальных работ? Вообще, как так можно было делать? Как? Почему все так через одно место? Я вообще удивляюсь. Блин, пришел сюда, думал, здесь будет красота, а здесь вообще какая-то жесть. Вон тут куча материалов, железо какое-то, утеплитель. Что за фигня творится? Вы за границу свалили, что ли, с деньгами? Так, заходим. Какой-то подъезд, непонятно какой. Вот так выглядит пожарная сигнализация. Ну, зачем ее крепить? Можно вот так поиграть. Есть зеркало, из-за реек очень низкая высота потолка, здесь, наверное, 2,50, может, даже меньше. Ну-ка. Но нет ощущения, что работает лифт. ELM, китайский лифт. Ну, вот здесь отделка такая достаточно интересная. Здесь хотя бы вот ровненько. Вот видите, вот когда ровная стена, вот такой цвет, кстати, красиво смотрится, такой темно-синий. Ну, все. Где вот этот размах, как в том подъезде? То есть один сделали, показали, а все остальное что? Так, рейка. А, ну понятно, ДВП, пленка под дерево. Циферка 2, которую не смогли, видите, ровно сделать. То есть они вот здесь, видно, карандашиком подрисовывали, окрашивали, окрашивали, а красить таки не смогли сделать ее ровно. Специалисты хорошие. Ну зато здесь, смотрите, вот здесь аккуратно сделали, молодцы. И тамбур. Тамбур достаточно маленькое расстояние, когда ты будешь выходить и заходить с коляской, тебе будет неудобно. Потому что коляска, получается, въезжает, тебе как-то надо обходить. Ну, в общем, неразумно сделано. Сильно-сильно они сэкономили.
Так, лестничный марш. Хочу наверх подняться. Ну, здесь ничего не отмыто. Штукатурка, что-то сделано типа под караэт. Смотрится убого, просто убого. Потому что сделано неаккуратно. Вот плитка идет, плитка, оп, вниз немножечко пошел. Ограждающая конструкция держится крепко. Давайте на последний этаж. Ну, смотрите, какая красота. Вот тоже, друзья, поднимаюсь. Ни одного указателя. Какой этаж? Какой номер квартиры? Нифига не понятно. Предпоследний этаж. И обратите внимание, чем занимается рабочий. Он шпаклюет потолок в данном доме. Дошел на самый верх. Что это такое? Это что такое? О, круто, да? О, и гаражи видны, и фасад грязнющий. Это, друзья, кровля. Вот это ограждающая конструкция. Ее даже не красили, она просто ржавая стоит. И обратите внимание вот на эту красоту. Как вам? Но вы сами, да, понимаете, о каком качестве может здесь идти речь. Если вот так все сделано. Смотрите, сетка здесь, это же все поотваливается. Вентиляция, блин. Вот этот кусок трубы, видите, он куда-то должен был, по идее, идти, но его обломали, сдали. Вот это все такое. Примыкание вообще ноль. Ноль примыкания. Вот это что такое? Смотрите, он вот такой, весь кривой, косой. Вы Госстройнадзор вообще, у вас глаза, вы извиняюсь, в жопе были? Вы куда смотрели? Как это такое можно принимать? Какая нахер гидроизоляция? Тут капитальный ремонт нужен всему сразу. Его сдали, сразу на капремонт ставьте. Вот это как, нормально? Не хватило штукатурки, она уже валится все. Здесь, здесь, здесь. Тут стреляли, что ли? Старые советские дома намного лучше выглядят. С верхних этажей, конечно, здесь красивый вид. Но, блин, качество дома. Вон, ограждающая конструкция. Ух, прокачу. Вентиляция межкровельного пространства. Ну вот-вот. Вот видите, вот так должно быть. А там вот так сдали. Зато есть для вентиляции дефлекторы. Вот за счет вот этих лопастей ветер дует, она крутится и создает давление. И высасывает воздух. Должно, по крайней мере, помогать. Ну вот убогая система для пожаротушения. Это вообще просто жесть смотрится. Я считаю, что нужно нормальную систему разрабатывать, чтобы вот этого всего убожества было по минимуму. Ну, здесь тоже, видите, обратите внимание, что-то мы забыли сделать. Но мы же сдали, насрать. Оставлена куча мусора. Ох, господи, как таким косипором можно быть? И вот это что? Друзья, я не Госстройнадзор. Но вот я прихожу кровлю смотреть. Вот это что такое? Скажите мне. Это просто дырка туда. Просто дырка. Там вот сюда будет влага попадать, все это развалится. Как вообще так можно делать? Вот это что такое? В бухи были, когда это все делали. Это ливневка. Сетка где? А? Насрать. Вентиляция. Утеплитель. Открыто все. Ничего не закрыто. Как так? Вот это что за дырень? Вот смотрите, как утеплитель прикреплен. Здесь 15 сантиметров. Нет. По 20 сантиметров, похоже. Здесь. А, 15, а здесь 10. 15 не было, влепили 10. И так пойдет. People схавает. И вот здесь тоже, смотрите. Причем он, видно, он уже на солнце даже выгорел, утеплитель. Все. Капец утеплителю. Он стыки, все в ржавчине. Как так можно строить? Как так можно не уважать своих клиентов? Я не понимаю. Господи, какое убожество везде. Блин, сюда даже страшно к краю подходить, чтобы вниз не упасть. На фасад смотрите, вот он местами вообще просто весь грязнющий, просто весь в грязи. Но зато вид, конечно, достаточно красивый. И двора, как правило, о, не как правило, а двора практически здесь нет. Вон, видите, тут тоже козлики у людей лучше, но что-то, блин. Вот смотрите,
фасад заканчивается, он здесь дырка, будет влага попадать. Вот как вы так делаете? Как вы так проектируете? Как вы так строите? Почему вот все такое безобразное, криво, косо? Да, нет слов, друзья, нет слов. Ну и, конечно, с высоты здесь можно посмотреть вот на сам двор. Вот двор, кстати, уютный, но здесь пространство совсем, друзья, небольшое. Понятно, застройщик здесь хотел получить максимальную прибыль, поэтому просто-просто все застроил. Ну вот это, кстати, мне Энфилд напомнило. Там такая же система пожаротушения, но там типа комфорт-класс, хотя я считаю это эконом. Здесь они заявляют бизнес, но, извините, до бизнеса здесь очень далеко. Это обычный эконом в хорошем месте. Вот это, да, даже окрасить не смогли, двоечники, как вас еще назвать. Стыдно должно быть, икать должно уже начать. Когда вот на это все смотришь, какая нахер гидроизоляция? Когда вот так все сделано, смотрите, он просвечивается насквозь, бляха-муха. Вот это что такое? Вот это? Как вообще так можно? Как? Я вот на это творение смотрю и, честно говоря, в шоке. Вот выше камеру поднимаешь, смотрите, друзья, какая красота. Как считаете, как здесь? С качеством, с гидроизоляцией? Ваше мнение? Пишите в комментарии, не стесняйтесь. Можно нецензурно, потому что, наверное, цензурных слов здесь уже не осталось, когда это все видишь. Это последний этаж. Вы же навряд ли будете выглядывать, смотреть, не дотянуться, это же опасно. Поэтому можно забить и сделать вот так. Но на этом мы с вами не закончим показывать косяки застройщика. Выходил, не видел этого. Вот сейчас иду обратно, смотрите, вот тут дрень. Вот она. Здесь, смотрите, как все сделано. Специально, чтобы вот сюда влага попадала и текла вниз. Молодцы, все по проекту. Когда идет госкомиссия, вот эти все конструкции проверяют и такие вешают номерки. И здесь этого ничего нет, что проверено. Это у меня вопрос, как они это проверяли, когда вот здесь все ржавчине, а должно быть однозначно быть окрашено. Как? Где? Да, все по проекту. Все. Единственное, чего здесь, друзья, не хватает, это говна на лестничном марше. Все остальное мы с вами уже увидели практически. Ничего не отмыто. Переходной балкон. Здесь ржавчина. Здесь ржавчина. Но хоть держится крепко. Да, двор, конечно, совсем небольшой, но был бы уютный, если бы соответствовал бы рендерам застройщика. Тут что-то хотели сделать. Блин, здесь вот такая щель. Здесь вот такая. А, по проекту все. Тут бетон просто окрасили. Бизнес-класс. Блин, ну вот... Знаете, если, может быть, был бы другой цвет, смотрелось бы... по-другому. Ну, например, вот это, понятно, застройщик очень прост, ему даже равнять ничего не нужно. Когда гладко и окрашено, смотрится по-другому. Вот это вообще ущербно. Они просто напылили штукатурку, окрасили, забыли. Когда видишь неотмытые фасады, когда понимаешь, что квартира, бляха-муха, здесь однушка стоит почти 12 лямов в черновой отделке. За что такие деньги? Заходим, здесь у нас тамбур, колпачки защитные, видите, не сняты. И вот здесь вот я руку вытягиваю, почти до потолка достаю. Белый остров. Последний этаж. Об этом нам говорит система управления лифтами. Слушайте, вот здесь, кстати, отделка-то как на первом этаже, красиво. Везде мы с вами видим табло, на каком этаже расположен лифт. И потолок, смотрите, как красивенько они сделали. Вообще молодцы. Как ровно, хорошо. Классно сдали дом. Вон, видите, все. Всего хватает, всех штакетин. Белый остров, смотрите, как... А, ну здесь это наклеили, поэтому ровно, понятно. Заходим, вот должны быть налево одни квартиры, направо другие. Должен быть, считаю, такой панно быть. Но его здесь нет. Маленькое количество квартир, это большой плюс. Раз, два, три, четыре, пять штук. Мало новостроек, которые могут этим похвастаться. Плитка смотрится хорошо. Бордюры из этой же плитки сделали неплохо, но вот этот цвет, даже, возможно, не цвет, а все вот просто, знаете, это вот они, этот, не знаю, такая штукатурка, ну, блин, такое ощущение, что она, знаете, вся грязная, такое ощущение, что все в грязище.
Нет какого-то вот у меня здесь ощущения, что закончен ремонт. Нет ощущения. Вот здесь тоже, да, вот смотрим. Тоже вот она. Вот коллектор. Куча грязи. Пена. Тут что-то они там наваяли. Ну, какой-то трындец. Вон качество бетона, смотрите, он как делает. Наверху он там, видите, утеплитель базальта. Они просто дырку закрыли. Залить, похоже, забыли. Ну как так? Почему это вот так все? А, вот куда они их ставят. Все, там я не обратил внимания. Здесь просто клапан Маевского. Так, тут открыто, закрыто, закрыто. Ну вот видите, тут одно расстояние, тут другое. Ну настроить нормально нет. А почему вот это не сделать тоже красиво? Здесь, видите, все открыто, все в грязище. Ну как вообще такое? Вот, ну почему вот так все? Друзья, кто-то может ответить, почему? Но зато, обратите внимание, забрало практически аккуратно сделано. Если бы не было загнуто, осталось бы пройтись герметиком, и вообще было бы классно. То есть вот здесь они молодцы. Тут что-то подмазывали. Да уж. Двери симпотно смотрятся. Невысокие, широкие. Тоже все в мусоре. И вот здесь тоже, да, делали. Вот тут, видно, гипсокартон состыковали, и все как-то пошло. Да, я не удивлюсь, что скоро начнут писать в чатах, что здесь что-то случилось. И вот тоже, да, идет белый-белый свет, а тут фигак синий. Что за херня такая? Это по фэншую так положено. Но зато есть камера видеонаблюдения. Я сочувствую, друзья, всем, кто здесь приобрел квартиру, потому что она не стоит однозначно для меня лично этих денег. Я бы никогда бы не заплатил ни 5 миллионов, ни 10 миллионов за такое качество. Блин, вот как можно не уважать себя, не уважать своих клиентов и вот так, друзья, строить? Качество видели сами. В квартирах, ну, тоже очень много нюансов. Также можно... Да, блин, я, честно говоря, поражен. Стою на втором этаже от Стилобата и смотрю на этот заезд. Знаете, вот у меня ощущение, что здесь пожарная машина не проедет. И у меня вот вопрос, как они планировали, что если, не дай бог, здесь что-то произойдет, как сюда вообще пожарная машина заедет. Потому что если взглянуть вот по этому заезду, вот видите, все. Тут должен быть усиленный газон, чтобы машина могла проехать. А куда? Как она проедет? Ширина проезда должна быть сколько там, 5,5 или 6,5 метров. Поправьте меня, друзья, что-то я уже подзабыл. Соответственно, здесь такого проезда нет. Здесь такое ощущение, что, наверное, метра 3,5-4 максимум. Легковая машина, там джип проедет, а вот пожарная машина, даже не знаю, как она тут проедет здесь вообще или нет. Как вы считаете, вот это безопасно сделали, друзья? И как вообще застройщик планировал при ЧП сюда МЧС может добраться? Вот тоже, знаете, вопрос. Второй этаж. Ну, здесь-то должно быть лучше, здесь же ниже, но уже вот здесь мы видим вот такую же фигню. Но нумерация квартир. Вот знаете, вот я вообще не понимаю, почему это сделано вот здесь. Я зашел, вот смотрите, вы заходите и идете прямо. Блин, ну это должно быть вот здесь. Вот эти бы циферки я бы приклеил вот сюда, друзья, а вы бы что скажете? То, что Белый остров свою рекламу сюда влепили, конечно, красавцы. Вы молодцы, то, что сделали вот такую отделку. Но почему это все сделано неаккуратно? Здесь вы что-то делали-делали и не доделали. Где решетка, друзья? Где, уважаемый застройщик? Что за неуважение? Вначале окрасили, потом приклеили вот этот планкер. Да, идея, конечно. Надо было красить ровно. Потому что потом уже исправить тяжело вашими специалистами. 61-я квартира открыта. Не знаю, какой подъезд, потому что нумерации никакой нет. Но, видите, уже все отклеилось. Ток-ток, есть кто живой? Никого. Это у нас студия, друзья. Бетон. Газоблок, кстати, газоблок-то красиво сложили. Вот тут, видите, тоже у них обрезки остались, сэкономили. Сверху вот это мне что-то как-то не очень нравится, что они тут наваяли. И вот здесь достаточно темно, просто темно. Вот видите, вот здесь выход канализации, а где вода? Где вход воды? Да, высокие потолки видно. Вот он, вывод воды.
И отсюда я сам должен тащить вот сюда, на кухню, через потолок для того, чтобы себе приготовить покушать. Что это за дебилизм? Он тоже система, да, стоит? Вот это что? Как так? Здесь он длинный, бестолковый, потому что вот здесь он длинный вот так, а так короткий, тут, наверное, метр максимум. Вот смотрите, забор воздуха как сделан. Круто, да, сделали? Вообще, красавчики. Вон тут, похоже, уже принимали, что ли, тут наляпано. Или это они сами тут отмечали, что токалины или еще что-то. Так, это окна. Открывается вот так. Слушайте, четко ездит, работает. Вон эти красили, измазали. Двор. Надо сделать фото. А вот здесь, видите, газонной травы нет. Вот под этим здесь оно точно расти. Вот там не будет, но там земля, там надо было плитку класть. Здесь большое количество щелей видно. То есть надо было либо землю подсыпать, либо еще что-то. Но, блин, это просто какой-то, друзья, ужас. Тут, блин, куча грязи. Окна дорогие, но все такое бестолковое. Вот тут тоже, смотрите, вырезали бетон. Ну-ка, специалисты, напишите в комментарии, можно ли так резать бетон вместе с арматурой. Смотрите, какое углубление. То есть для того, чтобы это встало здесь, они должны были изначально это все выливать. Они нарушили целостность бетона и, соответственно, арматуры. Вот она, друзья, вот она, арматурочка. Вот, вот, вот. Хотя бы она здесь и есть. Штробить можно на какую глубину? 2,5 сантиметра. А тут захерачено сантиметров 7-8. Шикарно. А это что такое? Это верблюд блеванул. То есть они сюда кинули кусок утеплителя и сверху чем-то таким белым краской закрыли. Блять, ну это вообще просто жесть. Это, друзья, жесть. Отношение к своим клиентам просто никакущее. Знаете, у меня такое складывается ощущение, что застройщику нужно было просто сдать, чтобы получить деньги со скроу счетов и свалить за границу. Видите, вон, утеплитель торчит. Нормально, да? Бизнес-класс, блин. Ну и как вам, друзья, лестничные марши? Бизнес-класс, комфорт, эконом. Ставьте оценку и напишите ее в комментарии. При входе есть лавочка, отсутствуют урны. Здесь тоже обратите внимание. О, ну нифига, как тут сделано. Тут свет даже есть в подвал. Да, очень специфическое помещение. Очень. Ну, а смотрите, как все сделано. Еще жесть. Это гидроизоляция, друзья. Вот так она выглядит, видите? Туда уже грязи сколько набилось. О, как хорошо все отмыто. О, нифига там чел сидит, что-то делает, смотрите. Давайте нарисуем улыбочку. Ну, вот здесь аналогично. Смотрите, как все ровно, красиво. Отбитая плитка. Вообще непонятно, что здесь... Что здесь, не знаю, там скейт-площадку бы, что ли, какую-нибудь, что ли, сделали, еще что-то. Странное помещение очень. Ну и здесь тоже. Смотрите, какая готовность классная. Молодцы. Главное сдать. Еще один какой-то подъезд непонятный. Все настежь. Отделка аналогична. Отсутствует белый остров. Циферка 2 кривая. Это у нас на колясочную похоже. Тут закрыто, да, на колясочную похоже. Там видим большое количество висящих проводов. Сданный дом, друзья. Здравствуйте. Здесь чуть больше квартир. Камеру влепили прямо наверх. Двери, смотрите, какие широченные. Тук-тук, кто в четвертой квартире? Никого. Вот, видите, заход. Поверху идет воды. Он заходит только в одну точку, и дальше разводите сами. Вообще шикарно. Шикарно сделали. О, классная какая квартира. Какой здесь шикарный вид. Вот на эту убогую конструкцию. О, вот здесь просто дырень, видите, да, друзья? Вот это шикарная гидроизоляция. Блин, вот там тоже, смотрите. Блин, как так? Как так можно все было сделать, а? Как? О, тут тоже видно, он, блин, плиточки пожалели, не хватило, не хватило. Здесь сантиметров по 10
Здесь сантиметра 3. Представляете как? То ли это монолитное перекрытие кривое, то ли вы так стенку криво сложили. Хотя вроде смотрится ровненько, аккуратно сделано. И шов даже вроде везде одинаковый. Дальше. Конные рамы. Смотрим, друзья, сюда как установили. Установили на пластины. Молодцы, все правильно. Вот пластина. Здесь для чего-то замазали. Понимаю, что, скорее всего, косяк. Здесь минимальное расстояние. Здесь минимальное. Вот здесь расстояние. Пошло, 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 пошло. Опа! А здесь оно в два раза больше. Это для чего так? Здесь причем сантиметров, наверное, 6. А здесь уже там 9-10. Как так? Как так? Но я надеюсь, что окна ровные. Да, специфическая планировка. Ну, тут тоже, видите, по низу. Сделали вроде ничего так. Газоблок вообще тут без клея, похоже. Снизу только есть, вон даже трещина пошла. Здесь одно расстояние, здесь другое, здесь третье. Молодцы. Блин, фурнитуры нет. Вот смотрите, друзья, видите? Вот это просто дырень здесь. О какой гидроизоляции может идти речь? Тут вон штукатурка уже падает, саморезы сверху. Вот она видно, вот он прямо здесь. Качество, конечно, налицо. Здесь, кстати, прикольно, что, смотрите, стена из блоков, утеплитель, алюминиевый каркас, причем здесь алюминий застройщик применяет, вообще он смотрите, самый дешевый, два слоя гипсокартона, стяжки нет. И вот у меня вопрос. То есть вот вы сделали тут сантиметров, наверное, 12 вниз, что-то наподобие гидроизоляции, то есть это вот такой порожек должен быть. Очень низкая канализация, это, конечно, плюс, но вот эта маленькая, она для... Ну вот эта большая, это санузел, вот это может для ванны подойти. Ну вот скоба, видите, крепление уже заржавело, и я слышу звуки из подвала, как там кто-то что-то крутит. Вот, обращая внимание на эту планку, понимаю, что здесь висели вещи людей. Пожарная муфта. Вот так они выбили дырень, заделали. Почему не подписано? Горячая вода, холодная вода. Где это все? Где? И если предположить, что вот эта кухня, вентиляция это вот так должна быть? Вот так? Где вообще вентиляция здесь обычная, человеческая? Вот это приток воздуха. А где вытяжка-то? Вот ванна. Я здесь тоже вытяжки не вижу вообще. Как она здесь реализована? Блин, вообще какой-то худший проект. Как так можно было делать? Вот тут тоже трубы идут. Вот здесь я захотел второй туалет сделать. Чем, как мне быть? Вот здесь я вижу дырку в потолке. Там даже дырки в потолке нету. Блин, у меня нет слов. Двери тоже. Вон, смотрите, как вылили. То есть дверь должна быть шире. Заказали ужин, чтобы сэкономить. Блин, а что такое? Почему так все через одно место, а? Да. Деньги с эскроу уже получили. Тук-тук. Я ваш лучший друг. Тоже большая квартира, маленький этаж. Здесь, в принципе, достаточно нормальной планировки. Электричество даже в гофре есть, вон, замочек повесили. Ну вот к этому месту вопрос. Вот здесь вот смотрите. Вот тут просто металл, там, наверное, утеплитель, надеюсь. И здесь они просто вот так прикрыли, фу, господи, гипсокартоном. Молодцы. Пленочку не сняли, забыли. Это что так мало? Надо было еще половину отпилить здесь. Так, санузел. Здесь мы видим три отверстия. Там вентиляция, наверное. Комната. Слушайте, вот здесь света много. Большой раз окно и еще половинка окна. Ну, с окнами аналогичная ситуация. Шумоизоляция здесь не пахнет. И вот это, похоже, кухня. И где же здесь вентиляция, друзья? Кто здесь ее видит? Вот приток воздуха я вижу. Все. Не веншахт, ничего больше нет. Дворовое пространство. О, запахло корой, как вкусно. Ну, тоже, видите, траву вот только сейчас, вот видно, они посеяли. А почему до этого не посеяли? Вы же дом сдали. Как так? Вот тут что-то, видите, тоже вот все как-то это... Где-то делают, где-то заговнили. Вот здесь вон
окрасили, все упало, никто ничего не помыл. Вот было бы это гладкая штукатурка, смотрелась по-другому, смотрится дешево, причем вот видно вот такие поры, знаете, как будто иголочки навтыкали мелкие. И сразу же вопрос про качество. Вот здесь мы видим, что планка, она заходит вот туда, то есть вода, когда будет попадать, она будет сюда стекать. Со временем это все разрушится, развалится, а вы за это деньги платите. Вернее, уже заплатили. Ну, тоже, видите, да, где сетки-то? Почему их убрали, почему их нет? Как так? Как так? А мы здесь с вами видим обычный газон. Вот здесь это не трава, я даже не знаю, что это. Цветы, может, посадили или это выросло вместе с землей. Тут немножко травы. А вот это, друзья, ливневочка. И обратите внимание, что она где-то на сантиметр-полтора выше уровня земли. И вот у меня вопрос, когда ее проектировали, вот это все делали, о чем вообще думали, как будет влага уходить? Вода вверх должна, что ли, пойти? Очень специфическое решение. Но стыки, конечно, просто шедевральные. Радует своей кривизной, новизной и подходом застройщика к качеству строительства объекта. Да и горизонтальные стыки. Обратите внимание, какая красота. Ну, вот представим, что здесь зайдет трава и будет все достаточно неплохо. Уберут весь мусор, но как только ты поднимаешь голову вверх, видны вот такие трубы. Знаете, такое ощущение, что сейчас черный дым, наверное, просто оттуда повалит. Здесь, наверное, какое-то производство. Вот для чего вот делать такое уродство? Я не понимаю. А теперь взгляните вот сюда и вот сюда, друзья. Как вам? Качественно сделали застройщик? Видим бетон, гидроизоляция в виде праймера и нехватка отделки. И поднимаем голову вверх. И видим, что плиточки-то здесь тоже не хватило. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, застройщик. Вот что здесь должно быть. Но почему-то это есть не везде. А смотрите, как интересно сделали, да? Обычно нормальные застройщики, когда делают проект, сразу есть выпуски, там закрывают люками, или есть нормальные краны, которые красиво торчат, и где подключаются через современную систему подключения обычные классические вот такие шланги. Вот здесь это вообще просто... мечта водопроводчика. Вот здесь аналогичное место. Вот здесь надо было брусчаточку делать, потому что здесь трава никогда не вырастет, потому что там нет цвета. Здесь даже если что-то подрастет по краям, надо будет, друзья, желтого цвета. На потеки видны. Фасад неровный. Красота. Вот смотрите, в центре кадра. Вот не пойму, что это вообще такое. Плитки у вас не хватило сделать отделку в данном доме, да? Какая красота на козырьке. Наверное, чтобы водой не намочило. Дом сдали, отдаводчик, похоже, поставили старый, ржавый. А так 220 у вас здесь кабель силовой стоит. 6 квадратов, соответственно, сюда спокойно можете напрямую запитывать. У вас стоит там зона автомат, соответственно, делаем имитацию утечки, у нас ничего не происходит. Почему? Потому что у вас неправильно подключены автоматы, касаемо, то есть кухонная зона, да, у нас смотрим здесь по подписям розетки кухни, выключаем, ничего не происходит, он у вас запитан на розетке комнаты. Делаем утечку, так как у нас автомат тоже запитан на ВДТ, да, розетки коридора. Выключаем, ничего не происходит. Он у вас вообще запитан на 10-й автомат. Видим, да, селективность? Угу. Соответственно, некорректно, да? То есть здесь нагрузка больше розетки, так как бытовые какие-то приборы будут подключаться. Он должен стоять минимум 16-й, как вот этот. Давайте это все убрать. Вот. Вообще должен запитан сюда. Я все записал уже. Откос окладки идет
26 миллиметров, то есть видно, да, по лазеру там в ноль, сверху у вас приходит, допускается 10 покладки, у вас здесь идет 26, то есть на 16 миллиметров превышает допуск. И также здесь у вас по пилону видно, то есть он весь опалубку выдавило, соответственно, 31 миллиметр, соответственно, тоже здесь у вас будет перерасход ваших сухих материалов. Немного завален блок верхний. И касаемо коридора. Здесь у вас вся стена, то есть видно, что они уже что-то шлифовали, да, то есть верхние блоки завалили, соответственно, не доделали. На 19 миллиметров вся стена. Вся стена с той стороны почему? Потому что видно, что наплывы штукатурки зачеканивали отверстия вывод труб. Соответственно, это надо будет здесь сбить, здесь шлифануть. Из плюсов, кстати, на откосы внутренней сделана сетка, откуда заходит воздух и заходит вот сюда уже в квартиру. Обычно делают на фасаде, и, соответственно, вид фасада уже совсем другого. Здесь молодцы. По окошечкам, в целом, все очень даже неплохо. Стеклопакеты все живые, не царапанные, не сколотые, без окаленные. Откуда тогда столько кнопочек не сидят? Потому как есть повреждения алюминиевого профиля. Царапины, сколы, вмятины. У нас профиль не смотрится с фонариком. Так же с метра, как стекло, ребята. Где это написано? Казань? Да. С удовольствием почитаю. А они вот это как проверить? Зимой только? Это заполнение внутреннее витражное. Давайте смотреть. А вы можете сейчас открыть? Мы нет. Есть мелкие повреждения царапины, повреждения МДФ-панели с внутренней стороны. А дверь надо будет отрегулировать. У нее не плотный притвор. Мы можем это наблюдать по торцевой части, замковая зона. Пыль, грязь летит вся или из коридора в квартиру, либо из пыльной квартиры в коридор. Вот. Застройщика же сейчас по закону, они 60 дней могут вас мурыжить. Ну, да, по закону осталось у них 4 дня. Почему 4 дня? До 31-го, до 30-31-го. Нет, если я не принимаю это участник долевого строительства. Заканчивается через 4 дня. Все, супер. Входная группа, с улицы заходишь, здесь нормальный тамбур, хотя бы есть расстояние, чтобы пройти с коляской. Никаких тебе ступеней, как у некоторых застройщиков, нормальные почтовые ящики. То есть они уже, чем обычные, но зато высокие. То есть туда, наверное, посылки можно закидывать. Смотрится красиво, название комплекса. Вот здесь, видите, они доделали, отмыли. И у нас здесь выход куда? Выход на лестничные марши. Почему-то нет указателя, вот это для меня странно. Цифру 1 могли бы ровнее, конечно, сделать, чтобы было красиво. И это у нас что? Да, здесь все совсем по-другому. Не хватает немножечко отделочки. Выход в паркинг. Тут пока закрыто, но мы с вами его уже, друзья, видели. Два лифта, пассажирский и грузопассажирский. О, грузопассажирский лифт. Ну вот, холла здесь расстояние по мне достаточно хватает. То есть все равно здесь, вот здесь есть основная ширина, где выходят все и заходят. И здесь уже спокойно пройдут два человека. То есть, ну, в принципе, нормально сделано. Лифты. Вон, видите, как еле-еле открывается створочка. Так, нам второй этаж. Лифты ЕЛМ. Надо их поднастроить, пленочку снять. Лифт расположен вот так. Если был бы он был вот так, то крупногабаритные и длинногабаритные предметы сюда проще затаскивать. Потому что, видите, вот когда затаскиваешь лист гипсокартона, то могут повреждать уже стенку. У застройщика здесь все зашито ОСБ. Могли бы натянуть баннер, добро пожаловать домой, бла-бла-бла. Но, видно, экономит на всем. Да, что-то дверь-то еле открывается. Это, друзья, у нас вентиляция, вентиляция паркинга. Ну и обратите внимание, как это все реализовано. Как вам? Нормально? Вон там досочку забыли, здесь что-то, ну, вообще трындец, конечно. Хорошие сделаны сидушки из дерева, очень здесь приятно и комфортно. Какой красивый балкон. Рассматриваю детально навес и вижу ржавчина. А могли бы сделать ровно и красиво.
и окрасить всю эту ржавчину, чтобы больше она не распространялась. Он отсюда видно, как вообще просто капец с ржавчиной. И начинаешь смотреть дальше, вот видно, они здесь соединение, да, пошло, вот оно, что соединение пошло, и здесь что-то они там накосячили, все уже начинает гнить. Ну, блин, как так? Вот это же узел, стык. Как вот так? Почему не закрасить нормально? Сейчас средств целая куча, которые ржавчину убирает. Идешь, например, вот сюда дальше, смотришь, вот видите, друзья, в центре кадра. Кусок трубы отпилили, края не закрасили, все в ржавчине. Туда внутрь будет влага попадать. Вот на швеллере, видите, он? Вот он, сейчас в центре, вот. Это ж, ну как так? Вот приварили тоже, тоже все в ржавчине. Блин, почему приварили, не окрасили все? И, друзья, еще заметил уже на выходе из комплекса момент. Обратите внимание, как застройщик продумал вместе с деревопарком прекрасно эту горку. Ваш малыш подлетает, вот здесь уже есть водичка, мочит штанишки и мокрой попой бахается на резиновое покрытие. И знаете, сюда же еще нужно залезть. Лестницы здесь нет, здесь лестницы тоже нет и здесь нет. Никаких ограждающих конструкций, той же веревки, чтобы он хотя бы не выпал. То есть вот здесь залазит ребенок, как ниндзя лезет. Вот здесь, как на корабле, сюда. И вот здесь он должен, по идее, как, наверное, думал застройщик, плюхнуться в воду и потом сюда и радостный побежать к своим родителям. Сам комплекс достаточно интересный. То есть вроде такая хорошая, неплохая задумка, но очень много, друзья, нюансов и безалаберной работы застройщика. Если вы находитесь в выборе жилья для жизни, звоните мне и пишите мои контакты в описании к этому видео. Друзья, рад был вас всех видеть. Обязательно поставьте лайк, не ставьте дизлайк, подпишитесь на канал и поделитесь ссылкой на это видео. А я с вами, как обычно, не прощаюсь, а говорю, до скорой встречи.